Это я нарвал крапивы. Вот сейчас помыл здесь. Помыл крапивы. Это одуванчика листья. Репей. Листья, листья, не корни. И лук. Вот он лежит. Лук разный. Репей. Щавель. И вот это все сейчас. Я никому не доверяю это. Я знаю пропорцию какую. Детям делаю сам. Это исключительно витаминное. Ну, кто, конечно, нормально мыслит, он скажет, да, это эфир наполненный. Да, наполненный, но как это сделать? Реально. В каких лагерях это буду делать? Не знаю. И вот теперь это у меня лук. Я вдвое сгибаю. Немножко даже втрое. Вот так. Вот теперь мы его заново шинкуем. И видишь, все делается. Мы еще ничего, я так говорю, как подаем детям. Специально у меня нож, специально разделочная доска для овощей. Вот. Специальная толкушка, специальная у меня кастрюля. Специальная под кастрюлей бумага, которую я никому не даю. А хранится это в подвале. Сейчас буду в подвал отнесем. А из подвала дают к первому. К первому, не молочному, конечно. Завтра у нас последний день. Сегодня у нас 25 июня 2016 года. Вот. Последний молочный день. Я вот сходил, помылся. Тоже дети помылись все. У нас суббота, банный день. Сейчас стирать Володя будет. Ну, я себе все нижнее всегда стираю, рубашку. И детей ищу, чтобы дядя стирали. Дядя Володя идет. Так, что-то там надо. Еще она спрашивает. Дядя Володя идет. Дядя Володя придет. И вот теперь дальше, что у меня толкушка здесь есть. Можно сам, видишь, какую толкушку сделал. Ну, по сеньке, говорится, шапка. Я такой мастер, вот что делаю. А в конце такую прилеплю. Батюшка говорит, сразу узнай, Игнатий работал. То есть работа как работа. А задвижку сделаю такую, вот, как Семен Верхотурский. Не потому что, а просто думаю, какая разница, какая вертушка. Лишь бы была на вертушке, держала. И... То есть вот это выделывать красиво. И не умею, и не приучен, и просто не расположен к этому. Ну вот я сделал неровно, нарезал, где-то боком попала травинка. А какую роль это играет? Главное это что? Главное вот что. Теперь я ее ставлю на пол. Толкушечка моя. Господи, благослови. Она сейчас размягчится. Вот она где. Свеженькое все. О, вода была горячая, в горячей воде. Промывал у нас котел. Можешь показать котел какой. Заливаем воды, сейчас заливать будешь. Видите как? И она слипается, как в отдельный пласт. Еще раза два-три. Сделаешь так, ну, чтобы все попадало. Как интересно все. Конечно, если с желанием делаешь, тебе интересно, а так, да что, детей помыть. А помыть-то девочек некому, взрослых нету у нас. Почему побежали в деревню, пришла Анфиса, а то ее мама согласилась сегодня, ну, видимо, дочку послала делать. Все, сейчас я эту обмою, и как все это делается так, ну, сейчас я уберу. Вот оно что, толкушка обмыта. Положил ее, она обсохнет, еще и не будет. Там разные ножи. Это мой нож, я его отдельно храню. Сказал, чтобы никто не трогал. Дальше мне нужна ложка. Здесь большой ложки нету. Наверное, хватит этой. Вот у нас специально сахар, а здесь соль. Сегодня добавили. Соль это? Там написано соль. Ну, написано. Да я на язык попробовал. Вот оно что делается, смотри.
Так, Володя, принимай. Отсолил. И на первое сегодня же сейчас буду давать. Все. Все понял. Да, луку, щавелю, крапива, репей, одуванчик. Угу. Не хватает у меня только тут ревеня. Там на ревень есть. И все на этом. Где-то руки ополосну, там здесь же. Я из бани, руки чистые. Все. Вот принесла тетваля Устинова. Вот это что, блины? Да, от нее я принес. А это Надежда Васильевна. Вот видите, как вот детям что ведут. Вот приезжала милиция, полиция проверять. Это свое. И когда привозят что-то из города, я не разрешаю подавать. Мы не знаем, что это такое. А отдельные блины, и какая закрывает крышка особая тут. А это отдельно пончики. Это все с разных сторон. Чего только не готовят. Сегодня там разная запеканка. Вчера человек, что как называли-то, я не стал есть даже. Сыр там с помидорами. Да еще и пропекли его. Я восстал против, я говорю, помидоры только в чистом виде подавать. А это какой это помидор? Вот. А это у нас сегодня заели сушеная рыба гальян. Дальше давали где-то чудо, как хороши. Подсушенные. И гальяня икра. Вообще деликатес. Чудо. Живем, как говорит, у Христа за пазухой. Тишина и порядок. А, вот она. Я думаю, где она? Все на этом. Вышел.